Так, пришла новая посылка, курьер принес. 100% это аккумуляторы для фотоаппарата. Так, два аккумулятора и вот такой вот зарядное. Так, единственное, где шнур, вот это вот интересно. Так, шнур, вот он. Вот такой плоский. Ну что, прикольно. Так, и что у нас есть? USB по питанию. Модель такая, 5 вольт, 2,1 ампера, 84 вольта, 1000 миллиампер, это 1, и 1000 миллиампер 2. Ну, бог его знает, что это значит. Так, вот такой у нас экранчик по зарядке. Так, что тут у нас в инструкции? Где тут начало, где конец? На русском нет, на английском. Ну, в принципе, тут все понятно. Можно его также от телефона заряжать. Есть такое дело. Давайте аккумуляторы посмотрим. Так, первый аккумулятор сделан в Китае. Battery Pack 7,4 вольта, 1800 миллиампер, литий-ион. Так, ну, вот так мы его втыкаем. Заряд 55%. И второй. Точно такой же. 52%. Вот. Так вот хорошо видно. Ну, в принципе, что сказать. Внимаются они как-то туговато. Вот первый вышел нормально, второй потяжелее. Местами поменяем. 54, 53. Ну, бог его знает. Единственное, куда втыкать, это получается только, наверное, в компьютер, либо в зарядное устройство. Ну, зарядного устройства у нас, ну, отдельно нету. Сейчас я пауэрбанк подсоединю. Так, есть у него такой пауэрбанк с фикс прайса. Так, зарядка пошла. Все, идет зарядка вот с такого вот пауэрбанка. Ну, в принципе, все. Теперь я зайду на сайт продавца Алиэкспресса, покажу вам, почем он. Ну, по цене, по-моему, 1400, вот, ну, около 1500. Вот такой вот зарядник для аккумуляторов. Зарядил я данное устройство, аккумуляторы на 100%. Вот, и что еще можно сделать? Как мы видим, вот здесь вот идет выход на 5 вольт. Вот мы, когда сюда втыкаем кабель, то устройство становится как пауэрбанк. Я могу, в принципе, заряжать от него свой телефон. Вот, как мы видим, написано зарядка. Ну, 94%, и оно заряжается. Вот тоже тут заряд. Просто фон такой не особо видно. Так что данные аккумуляторы для фотоаппарата можно еще использовать как и пауэрбанк. Ну, на всякий случай, если вдруг надо подзарядить телефон. Вот, как мы видим, тут у нас заряд начал падать. 98, 97. Вот, а здесь уже 95 было. Только что 94%. Вот, 95. Так что удобная штука. Можно пользоваться еще и как пауэрбанком.
пускай немножко полежит, сейчас посмотрим, до скольки зарядит наш телефон. Ну и прошло у нас минут 15-20. Вот такие вот мы видим 81-82% здесь. И телефон зарядился на 100%. Вот если видно, 100% зарядка. Давайте посмотрим, совместимы ли наши девайсы, наши китайские аккумуляторы и наш фотоаппарат. Давайте посмотрим. Сейчас я включу фотоаппарат на оригинальном аккумуляторе. Вот, как мы видим, все заработало. Сейчас сниму крышку. Вот мы все видим. Все работает. Заряд отображается. Итак, отключаем. Очистка сенсора. И установим наши новые батареи. Батарейка нормально встает. Видим, что флешка читается. И включаем. Все, тоже все работает. Все определяется. Это один аккумулятор. И проверим второй аккумулятор. Тоже все включается, все работает. Вот так вот выглядят аккумуляторы внешне. Это заказанный мной, это оригинальный. В общем, все работает, можно покупать. Мы с вами перешли на магазин продавца. Вот так называется магазин, если кому интересно. Ну и давайте посмотрим. Вот наше данное зарядное устройство. Можно заказать с Китая, либо с России. Я заказывал с России. Доставили быстро, там в течение, по-моему, 5 дней. Всего 76 заказов у данного продавца. Ну и сейчас вот видите, какой-то еще подарок тут прилагается. Зарядка. А, ну, это переходник для мобильного телефона, плюс еще картридер. Вот так выглядят аккумуляторы. Само устройство. И вот, как мы видим, можно от него заряжать телефон. Это все, что касается информации на сайте. Ну вот можно посмотреть описание, кому интересно. Ну это вы уже будете сами делать. Совместим вот с такими вот фотоаппаратами. Ну и в общем можно перейти посмотреть отзывы. Отзывы в принципе у всех хорошие. Аккумуляторы работают нормально. С фотоаппаратом я лично уже все это проверял. Фотоаппарат, вот конкретно мой отзыв. Все. Да, вот даже за 4 дня доставил курьер. Все работает нормально. Фотоаппарат работает на них хорошо. Единственное, они сажаются немножко быстрее, чем обычный оригинальный аккумулятор от фотоаппарата. Ну, что поделаешь, обычный аккумулятор стоит один в районе 3000 рублей. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока.